Около 40 велосипедистов сегодня поддержали акцию дорожной полиции «Мы за безопасность на дорогах». Участниками стали как подростки, так и взрослые любители велоспорта. В их числе и профессионалы. Артем уже 12 лет на своем велосипеде добивается высоких побед. Он мастер спорта, чемпион Казахстана и член сборной республики по велоспорту. Считает, что велосипедист должен нести ответственность на дороге наравне с автолюбителями. Мы такие же участники дорожного движения, мы также должны соблюдать все правила дорожного движения, также следовать по светофору, все, пропускать также пешеходов, то есть быть аккуратным, уважать пешеходов, уважать водителей, и также к тебе будут относиться водители и пешеходы. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Маршрут для спортсменов выбрали немаленький. Они проехали от Кустаная до Рудного и обратно. К таким акциям дорожная полиция впервые привлекла велосипедистов, поскольку в последнее время и они часто становятся участниками ДТП. Поднять именно проблему это именно в части такой немаленькой категории участников дорожного движения, как велосипедисты. То есть в последнее время у нас участились именно дорожные происшествия с участием велосипедистов. Только за 6 месяцев этого года на территории Кустанайской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, при которых один велосипедист погиб. Кстати, жаркая погода, а велопробег устроили после обеда, когда столбик термометра подбирался к 40 градусам, спортсменов совсем не смущало. Весь маршрут они преодолели довольно быстро, тем более, что для этого им выделили отдельную полосу на трассе. Александр Стаканов, Елена Щегельская, РТН.